Один приятель другому. «Ты чего такой худой? Ты же месяц в Турции был. Тебя что там, не кормили?» «Да понимаешь, плохая наследственность, ускоренный метаболизм, тоска по родине. Бухал? Да». «Алло, турагентство? Я хотел бы заказать тур». «Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?» «Нет-нет, куда вам я? Не хочу». «Нет, вы не поняли. Надо, куда вам?» «Эх, ну надо так надо. Оформляйте, куда вам?» Мужик звонит своему приятелю. «Привет, ты где?» «В отпуске, на море». «А как там водичка?» «Мокренькая». «А сколько градусов?» «Безалкогольная». Турист в африканских джунглях видит на поляне местного жителя, который без устали бьет в там-там. «Что вы делаете?» «У нас уже несколько дней нет воды». «А, понимаю. Вы молите небо о дожде?» «Что за чушь? Слесаря вызываю». Зона. Сидят два зэка в камере. «Вася, а что бы ты обо мне подумал, если бы я перед тобой снял штаны?» «Я бы подумал, что у тебя не все в порядке с головой. А почему ты спрашиваешь?» «Да, я представил, как будто ты передо мной снял штаны». «Ну и что бы ты обо мне подумал?» «Не знаю, Вася, я еще пока только представляю».